Я думала, ты вылетела прямо в дымоход. Да, я вылетела. Только не вверх, а вниз. Это юбилейный 20-й спектакль в репертуаре театральной студии «Волшебная страна». Пьесу по мотивам знаменитой повести Эленор Портер «Поллианна» режиссер Анна Осташкина мечтала поставить уже несколько лет. Повесть была написана больше 100 лет назад, но мне кажется, она настолько актуальна и настолько злободневна, что ее можно ставить в любое время абсолютно. Будучи школьницей, я сама играла в спектакле «Поллианна», играла тетю Полли. А сейчас со своими детишками я ждала, когда у меня подрастет главная героиня. Главную героиню в спектакле сыграла 11-летняя Маша Сергеева, которая занимается студией уже 4 года. Юная актриса рассказала, что считает Поллианну отличным примером для подражания. Она во всем ищет то, чему нужно радоваться, неважно, что это будет. И я сейчас тоже сама стараюсь, тоже как Поллианна, искать, чему можно радоваться. Спектакль готовили с начала учебного года, тщательно разбирали каждую сцену и анализировали поведение героев в ней. Пришлось пьесу сильно переписать, потому что у нас есть, собственно, в студии всего одна проблема. У нас нету мальчиков. Самая главная мысль осталась о том, что просто надо жить и радоваться. Радоваться каждому дню и учиться радоваться, когда тебе очень-очень грустно. Это история девочки, которая поменяла судьбу многих героев, людей. А моя героиня из строгой тети превращается в доброго, любящего, родного человека. Премьера спектакля собрала аншлаг. Свободных мест в зале не осталось. Спектакль позитивный, и там есть психологические аспекты. В общем-то, все в целом мне вообще нравится. Как игра актеров? Игра актеров хорошая, я знаю, что они переживали, но у них все получается. Молодцы. К сожалению, спектакль получился не выездной из-за особенностей постановки и сложности декорации. Но увидеть его в стенах Центра досуга Дроздова в этом театральном сезоне еще можно. Следите за афишей. Екатерина Борисова, Виктория Филатова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.